У обласным центре отзначили лепших из лепших. Лауреаты гонорового звания «Человек года Витебщины» отримали заслуженные узнагороды. Дадим шанец на выздоровление и развитие. Доброчинный матч «Добрый лед» помеж хоккейным клубом «Витебска» и сборной аматоров областного центра собрал тысячи витяблян. Який след покинули витябляне у интернете на гэтым тыдні? Рубрика «Знята на телефон». Витаю вас у эфира новины Витебской области, у студии Артур Смоляков. В областном центре отзначили лепших из лепших. Лауреаты гонорового звания «Человек года Витебщины» отримали заслуженные узнагороды. Юбилейная 10-я церемония ладилась по час урочистого сходу, промеркованного до 100 годзе утворения БССР. Сярод 50 триумфаторов – те, кто летость добился значных поспехов у працы и унес важкий уклад у социально-экономичное развитие Придвинского краю. Подробности у наступным материале. У «Человека года Витебщины» сёлета 50 лауреатов у 5 номинациях, и каждого смело можно назвать героем нашего часу. Гэтые люди пишут историю Придвинья. Сёння у вачах пераможцаў хвалявання, гонар и разумение того, что их шматгадовую працу убачили и оценили. У концертной зале «Витебск» знову собрались лепшие у своей справе. Это наши передовики производства, это лучшая молодежь. Это наши музыканты, то есть практически задействованы все сферы жизнедеятельности нашего общества. Наши мероприятия проходят в рамках празднования образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Это тоже накладывает такой какой-то особый исторический оттенок на мероприятие, потому что хочется вспомнить тех людей, кто стоял у истоков, кто творил историю, кто продолжает и сегодня творить историю. Медики, агрономы, трактористы, выкладчики, инженеры, водители – разные сферы деятельности, опыт и разные достижения, але однольково упартая праца. За 10-годовую историю премии «Человек года Витебщины» лауреатов уже 1000. Про то, что электрогазозварщик с Нафтана Дмитрий Дощонок сёлета станет одним из головных героев области, еще год тому он и подумать не мог, але подставы были. Летость гэты майстер стал первым на республиканском конкурсе профессийного майстерства. С годами приходит это, нарабатываешь навыки, все, тонкости все работы узнаешь. И, соответственно, получается все лучше и лучше. Там каждый год у меня в десятку входил, потом ближе, ближе, вот, выиграл. Раньше было немного, покуда начинался конкурс, а я в этом году почти, ну, около 300 человек было уже. Про то, что высокая узнагорода – заслуга не только пераможцы, а и тех, кто весь час был побач на церемонии, говорит каждый. Генеральный директор витебского отеля «Эридан» Александр Ходосов запевнивая, быть у списе лепших – небывалая отказность. Теперь треба еще больше працовать и поляпшать показчики. Главное – обобщающая оценка, помимо всех экономических показателей, это то, что до полусотни человек, гостей города, ежедневно прибывающих в город, уезжают с улыбкой, с благодарностью их отзывов. Именно таким высоким показателем за 2018 год отмечена наша работа. 9 баллов – это очень высокая оценка. В республике мы третьи среди трехзвездочных отелей. Человеком года сёлета стала и директор Полоцкого дома гандлю Наталья Куксова. Яе перамога – приклад для бизнесу. Введение инноваций, новые методы обслуговывания и ориентир на высокую якость – головные принципы працы предприемства, у якого серьезные планы на будущую. Задача, цель – это сохранить ту стабильность, которую мы достигли. Ну, естественно, приумножать наши результаты, то есть получить рентабельность более высокую, более достойную зарплату, заработать прибыль, развивать предприятия, материально-техническую базу. Ну и, конечно, вот наша фишка в этом году – интернет-магазин, который мы буквально вот через неделю откроем. Неподробные эмоции, веншавание от коллег и сябров, фото на память. Урочистая церемония у минулым, але расслабляться нельга, упэўнены лауреаты звания «Человек года Витебщины». Завтра знову на працу, займаться любимой справой и увасаблять у житё грандиозные планы. Артур Смоляков, Александр Приставка, новины Витебск.
Падчас урачыстай цырымоніі па даручэнні старшыні Савета Рэспублікі і нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Міхаіла Мясніковіча і старшыні Савета Федэрацыі Федэральнага сходу Расіі Валянціны Мацвіенкі, старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутата Владзімір Цярэнці ўручыў кіраўніку Віцебскай вобласці Мікалаю Шарснёву памятны медаль за ўмацаванне садружнасці паміж рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі і Віцебскай вобласцю. Дадзім шанец на выздараўленне, развіццё і жыццё. Дабрачыны матч «Добры лёд» паміж хакейным клубам «Віцебскі» і зборнай аматараў абласнога цэнтра сабраў у палацы спорту тысячы віцяблян. Аказаць дапамогу і ўбачыць яскравае спартыўнае відовішча прыйшлі прадстаўнікі працоўных калектываў і арганізацый, школьнікі, актывісты БРСМ, ветэраны спорту. Тэму працягнуць нашы корэспандэнты. Дабрачынны матч выклікаў непадробны ажыятаж у віцеблян. Фае палацу спорту з цяжкасцю ўмяшчала ўсіх жадаючых убачыць хакейны паядынак. Арганізатара мерапрыемства выступіла адміністрацыя Першамайскага района абласнога цэнтра. Яе ініцыятыву падтрымала і кіраўніцтва хакейнага клуба «Віцебск». Даць шанец цяжкахворым дзецям на выздараўленне, развіццё і жыццё і адначасова папулярызаваць заняткі фізкультуры і спортам сталі галоўнымі пасыламі гэтай акцыі. І пускай сегодня на этот матч придут і учащиеся, студенты и представители трудовых коллективов. И загорятся идеей, что спорт – это здорово, а добрый лед, он объединяет добрые поступки добрых людей. На трибунах Лядовой арены аншлаг. Добрачыны хоккейный поединок пришли убачить 2000 человек. У опошний раз только болельщику под дахом палацу спорту сбиралося, коли мясцовый хоккейный клуб гулял у полуфинале чемпионату Беларуси. Зараз думки болельщику объединяет высокородная идея. Собирается весь город посмотреть на хоккейный матч, проявит себя, покажут наши хоккеисты. И в то же время мы, как бы, это же благотворительный матч, поэтому это очень полезно вообще для общественности, для города. Здоровый образ жизни, он всегда в почвесе. Очень нравится, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Додатковую интригу матча профессионалу с аматорами уносило то, что за непрофессионалу выступал заузятый аматор лыжных гонок, керовник администрации Першамайского района Витебска Миколай Орлов. Как высветлился, лыжи и хоккей – занятки, какие можно без проблем сполучать. А почему клюшка на лыжи, никакой смены нету, просто одно дополняет, наверное, другое, поэтому и коньковый ход главенствует сейчас и на снежном снайпере, и на ледовой площадке. И сам хоккейный поединок атрымаўся усім на зайздрасць. Ніхто не мог сабе уявіць, што каманда аматараў павядзе з лікам 5-1. Прафесіяналам давялося шмат папрацаваць, каб дагнаць сапернікаў. А ў выніку сустрэча завяршылася з нічыйным лікам 7-7. Сергей Мисурагін, Александр Петравецкі, Навіны, Віцебск. Высокородных аленяў вырошчваюць на Гарадоччыне. 4 гады таму тут стварылі ферму для ўтрымання і развядзення жывёлы. Летась прадалі першыя 64 асобіны. Сёлета мяркуюць паставіць паляўнічым гаспадаркам краіны не менш за 100 аленяў. Пра незвычайны бізнес аматараў дзікай жывёлы ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. У шчыльную заняцца аленегадоўляй тут вырашылі не выпадкова. Гарадоцкія мясціны вельмі прыдатныя для гэтай справы. Каб стварыць уласную ферму для ўтрымання і развядзення высакародных аленяў, доўгі час вывучалі шматгадовы вопыт замежных фермераў і на яго аснове выбралі зямельны ўчастак. Сваімі сіламі пабудавалі вальеры. У Літве закупілі каля 130 асобін і ўжо зараз пагалоўе дасягае 400. Рэалізоўваць аленяў сталі толькі летась. 64 галавы прадалі. Сморгони возили, продавали. Сморгонский БОР покупал. На Россию возили, продавали. На Россию около 30 голов продано было. Ну, планируем еще продавать, уже в 2019 году. Стоят на карантине у нас около 30 голов уже. Здавалася б, жывёла корміцца з рук чалавека, аднак ручной так і не стала, заўважаюць у гаспадарцы. Небяспечна заходзіць у вальер, дзе ўтрымліваецца самец. Немагчыма прадказаць яго паводзіны. Работнікі добра ведаюць нораў аленя, таму не дазваляюць сабе свавольстваў з гэтым зверам. Абмяжоўваюцца належным доглядам і строгім ветэрынарным кантролем. Вядзецца спісак, рождзення, самцы, самкі, потом раздзеляюцца па вальерам, кажа. И отдельно, вот, допустим, в этом вольере самцы у нас. Есть вольер для сигареток, для самок. Каждую весну-осень идет разделение, сортировка. Свая технологія і ўкармленне жывёлы, асабліва зімой. Аўтаматычныя паілкі з падагрэвам, грубыя кармы, збожжа і канцэнтраты, яблыкі і гародніна. Зімовы рацыён харчавання вельмі насычаны.
Также животным доставляем лизунцы, которые тоже они не, ну, восполняют недостающие, так как наши земли не сильно богаты минералами, витаминами, поэтому приходится их поддерживать искусственно. Сёлета зимуюць ужо са сваімі кармамі. Удостальна рыхтавалі сена, збожжа. У гаспадарцы закуплена новая высокапрадукцыйная тэхніка. Створаны камфортныя умовы для работнікаў. Зараз на аленяй ферме працуюць каля 10 чалавек. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны, Гарадоцкі район. Знята на телефон. Надзвичайне здарення і рідкі з'яви природи, розбиті дороги чи неякісний ремонт, події культури, унікальне винаходництво і яркі видовища. Те, що не трапило у об'єктиви телекамер наших журналістів, ви можете зняти на телефон, а ми покажемо. На гэтым тыдні карыстальнікі сацыяльных сетак актыўна абмяркоўваюць наш сюжэт пра здзічэлых сабак, якія трымаюць у страху прыгарад Віцебска. Тэма выклікала рэзананс, рэпартаж цытуюць у розных медыя. Традыцыйна для гэтай зімы ў віцебскіх пабліках узнімаюць праблему ўборкі вуліц і дарог і дзеляцца філасофскай відэазамалёўкай пра табакеркі. Не пакінула раўнадушных гісторыя жыхаркі Тулава, у якой здзічэлыя сабакі другі раз загрызлі авечак. Відэаматэрыял разышоўся па інтэрнэце і выклікаў эмацыянальную палеміку. Спадзяемся таксама на ўвагу адпаведных адказных службаў, якія дапамогуць вырашыць праблему. Яшчэ адна набалелая тэма гэтай зімы – уборка вуліц, дарог і двароў ад снегу і дахаў ад ледзяшоў. У стужках Віцебска не толькі фота праблемных месцаў, а і справаздача аб працы камунальных службаў. Віцебскімі сумётамі арыгінальна скарыстаўся наш вядомы морж. Трэнер Станіслаў Шумякоў усталяваў асабісты рэкорд. Прасядзеў у гурбе ў адным з двароў больш за 50 хвілін. Дасягненне маржа выклікала бурнае абмеркаванне ў сацыяльных сетках. Не заціхае палеміка пра размножаныя па абласным цэнтры прыпынкі табакеркі. На гэтым тыдні ў інтэрнэт-прасторы з'явіўся арыгінальны ролік, у якім тэма адлюстравана з гумарам і па-філасофску. Глядишь, скоро вообще сигареты перестанут продавать. Да, Сань, скорее всего. Теперь эксклюзивные кадры смогут убачить не только корыстальники социальных сеток. Вы сами можете створать новины. Позначайте свое видео хэштегом «Снято на телефон» и глядите его в наших новинах и у программе «Сем дзён». Важные и самые цікавые новины из життя Витебской области доступны у интернете. Актуальные сюжеты и выпуски новин, а так само все проекты телекомпании «Витебск» можно поглядеть на официальном сайте нашей компании vtv.by. И тут же можно найти прогноз на дворья на ближайшие сутки. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь. До встречи. В ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями, без истотных опадков. Ночью и раницей месяцами слабый туман, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-заходний 4-9 метров за секунду. Температура по ветра ночью 0-5, днем -1, +4. У Витебску будет облачно с прояснениями, без опадков. Ночью и раницей слабый туман, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-заходний 4-9 метров за секунду. Температура по ветра ночью 0-2. Днем +2.